Понятие звездной болезни открылось для меня, вот на примере Сережи еще тогда в хоре. Он стал звездным мальчиком. Он себе многое позволял, чего вот мы, например, себе не могли позволить. Он был родом из самой обычной семьи с окраины города. Отец рабочий, мама уборщица. У него даже не было особого голоса и слуха. Но это не помешало ему стать самым известным мальчиком в Советском Союзе. В юном возрасте мои родители, глядя на выступление хора Попова, где солистом был Сергей, всегда мне говорили: «Вот смотри, и ты должен быть таким же». В 15 лет у него началась ломка голоса, и он не мог больше петь. А ничего другого в жизни делать он не хотел. Он не выдержал этого. В середине 70-х он достиг пика своей славы. Все, чем могла одарить и одарила его судьба, уже позади. Он был пионер Советского Союза. И, естественно, у пионеров карьеры только коллективные, может быть. Сергей Парамонов. Советский Робертино Лоретти. В воскресенье на ТВ-РУС.